Добрый день! Если вы хотите жить лучше и дольше, то важно знать, как создать себе комфортные условия. Не тепличные, но именно комфортные для своего организма. Это не самый простой вариант. Конечно, вы видите морское побережье, предполагаете чистый воздух. Да, промышленности здесь нет. Вся промышленность, вот стоят великолепные сосны, которые производят кислород, очищают воздух. От различных компонентов, от гари, от пыли, который может каким-то путем сюда попасть. И тут легко от нее избавляется человек. Да, есть такая вот сложно пересеченная местность, где небольшие подъемы, спуски чередуются друг с другом. Это великолепная нагрузка для сердечно-сосудистой системы. И в таких условиях легко это совершать. Важно только обеспечить все-таки себе правильное питание и употребление воды как минимум. Все остальное здесь есть. Солнце, воздух, вода, очищение организма, мягкая такая тренирующая нагрузка. А вот питание и вода, которая заходит вовнутрь, тут нужно подумать. Тут не все так просто, да, фрукты, овощи, они везде есть. Вопрос, как из них получить больше пользы. Когда их пытаются употреблять в сыром виде, не самый лучший вариант. Очень сложно переварить полноценно и усвоить. Можно, конечно. Все это есть. Животные, которые питаются овощами, фруктами в сыром виде, они живут хорошо, они выглядят неплохо. Вопрос в чем, что они делают на протяжении дня. Они практически целый день жуют ту самую пищу. Больше того, пищеварительная система у этих животных тоже достаточно длинная по сравнению с организмом человека. Немножко заблудился. Кишечник у коня около 30 метров. Корова имеет 4 желудка. У человека, напомню, все еще один желудок. А длина пищеварительной системы тонкого кишечника, где происходят основные процессы обмена веществ, всего 8 метров. И все. Ну и количество зубов, которые у человека есть, оно немножко отличается от количества зубов, которые есть у коровы. Зубной ряд немножечко, очень серьезно отличается. Наша пищеварительная система больше похожа на пищеварительную систему хищников, чем травоядных. У нас есть малые коренные зубы, которых нет у коровы и которые есть у волка. Поэтому правильное питание и просто, и сложно одновременно. Просто, если вы его понимаете, сложно, если вы хаотично используете различные продукты для своего здоровья. Какая тишина. Хочется просто наслаждаться, впитывать этот воздух, который просто, ну, тут знак качества не нужно ставить. Тут сплошное здоровье, сплошное великолепие. Но это всего один из компонентов, входящий в систему под названием «здоровый образ жизни». Нужно знать немножко больше, нужно использовать больше возможностей для здоровья. Тогда здоровье будет крепким и надежным. Такое немножко лирическое видео, мало несущей информации. Да, многие подписчики моего канала скажут, да, почти ничего не сказал, но напомнил про правильное питание и правильную комбинацию продуктов питания, которую можете найти в других моих видео. Например, консультация врача-диетолога онлайн. Часто об этом напоминаю. И просматривая, многие мои подписчики пишут почту. Говорят, знаете, смотрим в который уже раз и находим все время новые компоненты. Я вас прекрасно понимаю. 40 минут практически без воды. Только полезная информация о правильном питании для здоровья. И каждый раз я сам просматриваю видео, смотрю, господи, и тут, и это сказал, и об этом написал. Поэтому много видео есть. Я еще буду писать про питание. Про питание в разных климатических условиях, в разных климатических зонах. Здесь, в Испании, я сейчас нахожусь в Испании, неподалеку от Барселоны. Достаточно такой жесткий климат. Активное солнце, ветреная погода. Это все создает условия для быстрых потерь воды.
И средиземноморская диета, которая здесь распространена и которую легко в этих условиях поддерживать практически круглый год, да, она содержит много свежих овощей и фруктов. Но чаще всего в сыром виде. Да, я понимаю, бананы варить не нужно. Хотя некоторые народы их жарят. Да, понимаю, томаты жарить не нужно. Хотя некоторые народы этим занимаются. Огурцы жарят в Индии. Вот еще, правда, арбузы не жарят. Но достаточно сочный фрукт, сочный плод, который легко отдает воду, которая в нем содержится. Но не чистую воду, а воду с полезными веществами, витаминами, макро-микроэлементами, органическими кислотами, другими биологически активными веществами. Важно добыть клеточный сок, который находится во всех овощах, фруктах, без потерь. Если это сочно, если вы прижали и получили сок во рту, без проблем. Если вы получаете, пытаетесь ввести в свой организм более твердый фрукт, не вопрос, или овощи, или зелень, пожалуйста. Делайте так, как это делают те, кто питаются этим в дикой природе, которые находятся на сыроедении всю свою жизнь. Они тщательно пережевывают пищу. Они, именно у них скорее мудрецы восточные переняли выражение, что твердую пищу нужно пить. Если вы будете морковку либо яблочко пережевывать до состояния однородной кашицеобразной массы, без проблем. Вы практически все полезные вещества из них получите. А если вы будете глотать комками, от степени измельчения зависит процент усвоения тех полезных веществ, которые там есть. Вы понимаете разницу между съел и усвоил? Побаловать вкусовые рецепторы без проблем. Вопрос, сколько полезных веществ попадет для вашего здоровья, чтобы активный обмен веществ поддерживать. Тем более, если человек занимается спортом, фитнесом, пытается вести более активный образ жизни, чем диванно-кабинетно-машинный. Не все так просто в королевстве датском. Наверное, это видео в этих прекрасных условиях буду заканчивать с привычными подписчикам моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, что еще написать для вас на эту тему. А вы пока посмотрите небольшой экологически чистый уголочек Испании.